Приветствую вас на канале Спутниковое ТВ. В ремонт поступили Wi-Fi адаптеры. Человек принес их с жалобой, что в ресивере постоянно отваливаются кодированные каналы. И я проверил Wi-Fi сигнал, точнее попросил его проверить Wi-Fi сигнал на тюнере. Ну, оказалось, что Wi-Fi сигнал показывает 20%, 5%, в общем-то минимально, при том, что он находится рядом с роутером. Принес он мне их в собранном виде, но антенки немножко болтались. По его уверениям, никто к антенкам не лез, все как было, так и стоит. Но когда я поразбирал корпуса Wi-Fi адаптера, я увидел, что вот здесь вот все антенки оторваны, все контакты на разъемах оторваны. Естественно, что сигнал хороший при этом не будет. Сейчас будем подпаивать и проверять. То есть, я так понимаю, либо от температуры нагревались и отваливались контакты, если человек говорит правду в том, что он не отрывал их и ничего с ним не делал, либо просто плохого качества пайка, и немножко нагревшись, действительно антенки начали отваливаться. В общем, сейчас пропаяем. Я думаю, все будет в порядке.